Вторая из трех похищенных икон вернулась в Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей Архангельской области. Сотрудники полиции передали украденную реликвию сотрудникам музея. Специалисты оценивают стоимость этой иконы в 1 миллион рублей. И хотела бы еще отметить, что несколько лет назад нам также, благодаря работе сотрудников милиции, были возвращены две иконы, украденные из Христорождественского собора. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы все поиски с такими результатами были бы. Несколько последних десятилетий иконы находились в Георгиевской часовне в деревне Низ Архангельской области, откуда их похитили в начале апреля. Первую образ святого пророка Илии сыщики обнаружили и изъяли у жителя Ярославской области в июле этого года. Вторая несколько дней назад была обнаружена сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России среди экспонатов Всероссийского антикварного салона в Москве. Она была выставлена в доме, в Центральном доме художников в Крымском валу. В доме 10 и с участием сотрудников 11 отдела ГУР МВД проведено мероприятие по ее изъятию. Поиски третьей иконы Восхождения Христова продолжаются в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту кражи.